Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня я делаю вот такой вот анонс. Будем с вами вязать вот этот джемпер от Кучинелли. Я объявляю совместник бесплатный, девчонки, который проект, девчонки, я призываю вас распространить это видео, перепослать, в общем, везде, потому что джемпер действительно классный. Вот, это чисто мое мнение. Очень классный и очень простой, что самое главное. Поэтому все новички, которые еще не вязали плечевых изделий, вот попробуйте на этом джемпере. Узор простой, эффектный, модель классная, вот, и простая. Вот самое время сделать для новичков как бы первый свой шаг к улучшению своих навыков. Вот, значит, сейчас я вот связала три образца. Сейчас я вам расскажу по пряже немного советов по метраж, по вот единственное, что я не могу сказать по количеству пряжи, вот сколько. Вот я ориентируюсь где-то на 400-500 граммов на мой размер, да. Девчонки, купите лучше больше. Да пусть она останется, вы свяжете потом снуд, шапку, да что угодно, чем ее не хватит, да. Вот. Рассчитывать тоже, рассчитывайте на свой бюджет. В принципе, можно. И я, наверное, возьму тетрадку и начну уже писать, чтобы потом использовать вот эти вот материалы, да. Из чего у меня образцы, сейчас вам расскажу, чтобы вы понимали. Так, давайте начнем. У меня спицы, это чтобы вы подготовили, 6 миллиметров спицы, это для резинки 6 миллиметров, и для основного вязания 8 миллиметров и 8 миллиметров. Так, это по спицам, это то, что нам подготовить. Вот, теперь по пряже. Девчонки, вот первый образец я вам покажу. Это Alize Mohair Classic. Я не помню. По-моему, так пишется. По-моему, так. Девчонки, ну, если что, я сейчас фотографию. Потому что у меня оставался один моток, а этикетки нету. В общем, ну, я посмотрела в интернете. Там сейчас я вам напишу метраж. Вот, я просто вам связала образец, чтобы вы понимали. Вот я цвет этот, по-моему, 52. Но цвет вы выберете свой и под себя, короче. Ну, мне нравится вот структура. Кстати, эта пряжа кого-то кусает, кого-то не кусает. Я вообще такая чувствительная, меня кусает все. Поэтому смотрите сами, пробуйте. Пробуйте на образце. Вот классный такой воздушный получится из этого мохера. Цвет вы себе выберете. Вот мне очень понравилось. Значит, что у меня по... сантиметрах. Тут надо не так мерить. По плотности, да, вот я беру один раппорт, то есть это схему я вам в следующем видео всю нарисую схемку. Значит, у меня здесь 12 сантиметров раппорт, 14 петель. Сейчас я 14 петель, 12 сантиметров. Вот, чтобы ориентироваться, да, давайте здесь. Да, и здесь точно так же. Все у меня везде одинаково. Да, 12 сантиметров. Вот, на эту плотность мы будем ориентироваться. То есть вы выбираете пряжу, вот попробуйте как бы связать до того момента, как мы начнем образцы. Вот это вот, значит, Alize Mohair Classic. Вот такое вот прекрасное. Мне очень понравилось, какое получается воздушное. Оно такое воздушное, но это мохер, да, его туго вязать не нужно. Он как раз подходит, и как раз получится вещь вот такая вот
объемная, но при том воздушная. Вот. Но у меня один моток. Это я связала образец для того, чтобы показать вам, как это все выглядит и что довольно. Возможно, вы купите какой-то качественный, да, мохер. Метраж его я вот сейчас не знаю. Я вам напишу для ориентировки. Вот. И этот метраж, я думаю, можно использовать для любой пряжи, ориентироваться на этот метраж, что тоже не обязательно. Главное попасть, вот каждый вяжет по-своему. Вот я спицы сказала, какие ориентировочные, просто этот образец закончила. Вот, ориентировочно какие спицы и пряжа, но смотрите, короче, и вот эта плотность, она тоже приблизительная. Если у вас получится чуть больше, допустим, вернее, чуть меньше плотность, 12 петель в 12 сантиметрах, это вообще будет шикарно. Вот. Потому что я так предполагаю, что в оригинале вот такая. Ну, это тоже, в принципе, так визуально похоже на оригинал. Ну, Бог его знает. Оно, вы же знаете, нужно видеть вживую, потому что фотография – это фотография. Вот этот образец тоже мне очень нравится. Тоже, ну тут, конечно, пряжа очень качественная. Девчонки мне из Италии, спасибо вам, присылали. Вот. Это кидмохер. Шикарный, вот бобинный. Я не хочу почему-то из него, не почему-то, я хочу что-то поинтереснее из него сделать, вот типа той моей розовой кофточки. Вот. Но для образца я использовала. И сейчас скажу, сколько сложений. Те же спицы, все везде я те же спицы использовала. Я прежде чем, раз, два, три, четыре, в 5 сложений кит махер. Тоже вариант. Вот. Он у меня вот в бобине, я его сматывала. Далее следующий вариант, который я буду вязать, девчонки, на самом деле. Вот, это тоже из Италии пряжа. Это тоже спасибо подписчице. Вот, смотрите, я буду из нее вязать. Она в бобине. Ну, есть тут, конечно, маркировка, но совершенно непонятно. Полипели. Полипели СПА. В общем, не знаю я, конечно. Ну, это я говорю не для того, чтобы вы искали именно эту пряжу. Это я говорю для того, что я буду вязать из этой пряжи. И вот этот образец. Тут тоже типа толщина, типа кидмахера, но здесь она как бы такая буклированная, но очень-очень тоненькая, да, и вот такое мягенькое полотно получается. Вот я буду вязать из нее. В 6 сложений образец в 6 связан, тут тоже около 1000 метров в 100 граммах, я так понимаю. Вот, возможно, еще седьмую нить добавлю. А вот, не, наверное, вот так вот 6 я оставлю. Мне нравится. Просто он еще влажненький. Вот, мне нравится. Вот это я оставлю. Вот этот вот образец. 6 сложений. И плотность 14 петель в 12 сантиметрах. Вот. На этом сегодня и закончу свою. А, нет. Еще не все. Не все. Ализе, значит. Как же она называется? Ализе Ангора Голд. Вот, можно эту использовать, я думаю, из бюджетных. Я не могу сейчас показать. Ангора Голд. Кто из Украины, девчонки, оставлю Леночку. У нее еще есть, заканчивает она с пряжей, так что то, что есть в складе, она вам продаст. А то, что нет, не знаю. Ну, в общем, обращайтесь к ней, ссылка будет. Вот что-то у нее есть. У меня сейчас нет, потому что у меня все закончилось тут в Чехии. Вот. Ну, а какие цвета у нее есть, вы спросите. Вот эту я бы использовала из бюджетных. В 2 сложения. Отлично, бюджетно. И выглядит она недешево, эта пряжа. Вот, поэтому Ализе Махер Классик, он подороже, чем вот это вот будет. Ну, там и состав получше. Поэтому, девчонки, тут на ваш бюджет рассчитывайте. Минимальные знания, умения – это лицевая и изнаночная петля. Всю группу под видео в описании.
И в первом комментарии сначала мне, короче, какой-то глюк в Телеграме, создалось две группы. Ну, в общем, прошу прощения за хаос с группами. Я сама была в двух, и из одной меня выкинула. Не знаю, каким образом. Ну, в общем, девчонки, группа одна. Ссылка под видео на нее. Это первая часть. Почему создала группу в Телеграм? Потому что нам проще будет общаться. Вот схему, пожалуйста, заскриньте себе этого джемпера, ну, узора. Вот. А далее мы с вами начинаем наше вязание. Вот. И сейчас я вам покажу, что у меня получилось, кто еще не видел. Вот. Это мой джемпер уже готовый. Это то, что вас все ждет. Ничего не боимся. Беремся, считаем, вяжем, радуемся и носим. Все. Всем удачи, девчонки. Начинаем. Итак, девчонки, у вас должен быть образец сейчас к первому вязанию уже связан. Уже мой образец, кстати, на 45 петель. Узор я вам сейчас покажу просто в процессе, чтобы не показывать на кусочки, потому что смысла нет. Значит, сейчас мы посчитаем, сколько нам нужно набирать петель. Вот, начнем мы со спинки, она вот такого вот, кстати, в оригинале я смотрю, не очень-то там и скосы, ну, предположительно, я вот сейчас вот так легенько нарисую, скосы у нас будут, потому что оно должно хорошо садиться. Кто совсем новичок и вяжет свое изделие, девчонки, можно сделать вот здесь вот ровно, да, это я предварительно, чтобы вы понимали, какая модель. Вот такой вот рукав, кстати, там так вот просто. В чем особенность модели? В том, что это оверсайз, она широкая, не длинная. Вот я, кстати, несимметрично нарисовала, но ничего, сейчас нам нужно рассчитать вот внизу, что по вот смотрю, вот там почти к локтю это все идет, поэтому значит, окружность бедер у меня 100 сантиметров. Джемпер выше, чем... Давайте я буду все, наверное, писать. Окружность бедер 100 сантиметров. Полуокружность бедер, это половина. Это 50 сантиметров. Я хочу оверсайз, действительно хороший оверсайз. И я так предполагаю, что на свободу облегания плюс 20, плюс 30 сантиметров, вот приблизительно. Я буду добавлять 25, то есть это будет ширина моего изделия 50 сантиметров. Я по бедрам беру, по самой широкой точке, хотя они здесь в этой модели не задействованы. Плюс 25, это 75 сантиметров. Мы сейчас считаем, сколько петель нам нужно набрать и распределить вот эти вот косы. Так, коса у нас 6 петель плюс 1 между ними, вот, изнаночная, на это мы и ориентируемся, то есть на 7 петель косы, хотя раппорт у нас 14 петель, 2 косы, но это ничего страшного, мы ориентируемся на 7, вот, то есть вот раппорт 14 петель, потому что коса переплет идет в шахматном порядке, но мы можем добавить, допустим, 7, это не, ну, в смысле нормально. Вот, итого у меня 75 сантиметров, плотность у меня в 12 сантиметрах, 14 петель. Вы тут вот так вот и пишите, и измеряете свою плотность. Возможно, у вас будет немного колебаться, не страшно. То есть мне нужно, чтобы мое полотно было 75 сантиметров при вот этой вот плотности. Что я делаю? Я использую классическую формулу 12. Это 14 петель, 75, это x петель, да, мы не знаем сколько. Значит,
Умножаем вот это число на это. 75 умножить на 14. И потом разделить на 12. Это будет количество петель, которые нам нужно набрать сейчас. Итак, считаем. 75 умножить на 14. Это 1050. И разделить на 12. Это 87,5 петель. Вот так вот и пишем. 87,5. Вот это те петли, которые нам нужно набрать. Сейчас мы будем либо, ну, плюс-минус 1-2 петли, сейчас мы будем разбираться. Идем дальше. Теперь нам нужно эти петли распределить на узор. 87,5. Это значит, что вот это число 87,5, пока оставим 5, делим на 7. 7 это у нас раппорт. Делим на 7. Это у нас 12. Ой. 1. 7, я сразу 12. 2. И остается 3. Вот, смотрите, у нас все прекрасно получается у меня. То есть, получается у меня 12 раппортов, 12 косичек. Это косички. Остальные петли. У нас, кстати, для эти 3 и нужны для симметрии и для кромочных. То есть у меня в остатке осталось 3. Вообще шикарно, идеально. Одну мы петлю добавляем сюда для симметрии. То есть здесь у нас будет начинаться с изнаночной, и здесь заканчивается на изнаночную. И одна кромочная, одна кромочная. То есть у меня все идеально. Я аннулирую вот эти 0,5, и у меня остается 87 петель. И в эти 87 петель у меня входит 12 кос. Девушка на этом, на образце, ну, вернее, на модель, она поменьше меня, и я так предполагаю, что там плотность побольше, поэтому у нее кос там я насчитала 9, но у нее, сейчас я об этом поговорю, здесь еще лицевые петли, то есть там по большому счету, по петлям, я так предполагаю, что 10, да, вот. Что делать, если у вас остаются вот здесь вот, допустим, 10 петель, да? Вы 3 из них, вот, допустим, вот здесь вот, ну, кстати, 10 не может получиться, да? Допустим, 9, да? Пусть вы делите, тоже нет. 8 вы делите на 9. Нет, все равно на 7 делите. Что делать, если остается 6 петель, да? Значит, 3 в любом случае отсюда у нас уходит на 2 кромочные и петлю симметрии. Это минус 3, остается 3. Вы из вот этого числа, если оно у вас нечетное, делаете четное, добавляете одну петлю. Получается 4. И делите на 2. Получается 2 петли. Вот они. Видите? Вот то, что у нас в оригинале. Вы их распределяете сюда, в лицевые, потому что у нас, то есть вы начинаете вязание кромочное, 2 лицевые, потом изнаночные, потом 6 лицевых для узора и так далее. Но вот здесь вот у вас еще будет, как в оригинале, полосочка из 2 лицевых петель. Вот, что тоже не страшно, это нормально. Вы свое количество петель распределяете таким вот образом. Все петли, которые меньше 7, меньше раппорта, вы распределяете в стороны на лицевую гладь. Если кто-то совсем не может рассчитать, пишите мне, я помогу. То есть совсем не понимаете, о чем я сейчас говорю, пишите, я вам с удовольствием посчитаю. Итак, следующий этап. Мы набираем петли. Берем спицы 6 миллиметров
И набирать мы будем способом качели. Мне, кстати, нужно подклеить. Это за спицы тоже отдельная благодарность подписчице. Нужно мне их подклеить. Вот. Берем свое количество петель. Здесь у меня, конечно, не очень видно, потому что 6 сложений, да? Вводим спицу, поворачиваем вот так вот нить. Вот берем классическим методом, подхватываем нить, поворачиваем, и вот таким вот способом захватываем, вводим под дальнюю нить, захватываем переднюю, теперь в переднюю захватываем заднюю, и таким образом набираем очень аккуратно. Вы можете любым способом набрать, если это сложно, вот этот способ для вас. Так, 1 2 3 4 5 6 7 8, я набираю 87 петель. Так, 87. Теперь, кстати, я оставила большую нить. Я вот держу пальцами и делаю узел. И вяжу, значит, первую петлю я снимаю, далее вот здесь вот видно. Кстати, если кому не видно, вот на этой пряже, кто не вязал еще этим способом, либо напишите, я вам сниму медленно на другой пряже, чтобы вы четко понимали. Кто вязал, я думаю, многие уже со мной вязали. Вот, кому понятно, то понятное дело вяжем. Вот, лицевая петля, она вот такая вот развернутая, изнаночная с узелком. То есть этот набор, он уже нам подсказывает, где у нас лицевая, где изнаночная. И благодаря этому у нас получается красивый фабричный набор петель. Вот. Потом оно установится, устаканится, увидите, очень красиво все получается. Вот. И сейчас я вяжу резинку 1 на 1. Спицами 6 миллиметров, еще раз повторюсь, потом мы распределим наш узор. Так, ну в принципе я продолжаю вязать резинкой 1 на 1. Итак, мои хорошие, я провязала, сейчас скажу сколько раз, 2, 3, 4, 10 рядов у меня провязано. Так, в сантиметрах еще вам измеряю, сейчас очки переодену, не вижу. Это 5 сантиметров, да? 5,5. Ну, я думаю, больше 6 сантиметров не нужно. Так, поменяла очки, потому что ответственный момент. Вот, 5-6 сантиметров резинка. Так, давайте еще теперь я маленькую схемку буду рисовать, чтобы понимать резинку, да? 10 рядов, 5,5 сантиметров у меня получилось вот это вот расстояние. Так, и теперь мы переходим к этой нашей схеме. То есть вот это число, это количество кос у меня. Значит, что у меня по схеме? Так, сейчас мы распределим, я беру толстые спицы и распределяем вот по нашим, по узору. Значит, раппорт узора у нас, сейчас я схему вам выведу, состоит из 7 петель. Это кромочная, мы ее добавили. У вас может здесь быть 1 или 2 петли как бы дополнительных, их провяжите лицевой. И далее, если у вас они есть, далее начните раппорт. Он у нас начинается изнаночная, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Далее снова изнаночная, 6 лицевых. Раз, три, четыре, шесть. Изнаночная, 6 лицевых. Шесть лицевых. И последний у меня здесь раппорт, изнаночная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот она, одна петля для симметрии, которую я добавила. Здесь изнаночная и кромочная. У вас здесь может быть одна или две изнаночные, ой, лицевые петли. Далее я откладываю эти спицы. Далее вяжем по узору. Изнаночный второй ряд, как лежат петли, третий ряд, как лежат петли, четвертый, пятый и шестой. То есть сейчас мы вяжем 6 рядов. Это у меня второй ряд, и еще кроме него 4 ряда я провяжу до жгута. Продолжаю вязать по узору. Итак, вот смотрите, я провязала 6 рядов. Девчонки, потом у нас первый ряд не будет использоваться. Он у нас начальный. Раппорт у нас потом повторяется с третьего ряда. Вот, ну, я об этом еще скажу. Значит, вот я приготовила, я сейчас потолще вот такую вот спицу вспомогательную, 5 миллиметров. Вот. И сейчас мы вяжем узор. Значит, сейчас у нас седьмой ряд, одна изнаночная, ну, то есть здесь вы провязываете, как и провязывали, возможно, там одна еще лицевая, две. И теперь смотрите на вспомогательную спицу, это для новичков. Жгут из 6 петель, переснимаем 3 петли, провязываем следующие 3. Раз, два, три. Далее возвращаемся к этой спице и провязываем вот эти вот 3. Вот так их перетягиваем, подтягиваем и провязываем 3. 2, 3. Есть. Теперь далее вот она, один жгут у нас получается. Далее одна изнаночная, 6 лицевых. Вот почему раппорт у нас из 14 петель. Потому что мы жгуты будем чередовать. Вот видите, сделали жгут, не сделали, сделали, не сделали. И таким образом, вот смотрите,
6 лицевых я после жгута изнаночная, 6 лицевых изнаночная и далее следующий жгут. То есть одну полоску мы делаем жгут, одну полоску мы пропускаем. Вот. Раз, два, три. Снова возвращаюсь сюда. Вообще я жгуты не вяжу со вспомогательной спицей, потому что я их не люблю. Только если жгут очень большой, из большого количества петель, то я вяжу со вспомогательной спицей. Если нет, так сейчас я провязываю изнаночную и 6 лицевых жгут не делаю. Опять чередую. Так, здесь я вам сейчас покажу, как я делаю. Сильно я затянула, надо следить за этим послабее. Значит, я вот таким вот образом как бы делаю упор на вот эту вот спицу, прижимаю пальцем 1 2 3 петли и вот так вот их держу, далее 3 переснимаю 1 2 3 и одеваю на левую спицу эти 3 петли. Вот так вот делаю переброс и переснимаю эти 3, первые 3, вернее вторые 3, и потом провязываю 1 2 3 4 5 6. Вот почему я говорю, что я не люблю вспомогательную спицу. Далее изнаночная 6 просто 4 5 6. Видите, затянула. Надо следить. Следите, девчонки, за... Ой, я еще здесь куда-то застряла. Так, изнаночная. Далее снова. Еще раз показываю. Смотрите. Жгут из 6 петель. 3 петли вот так вот держу. Пересняла. Вернее, сняла первые 3 петли. Далее 4, 5, 6 одела на правую спицу. Третью, вторую, первую одела на левую спицу. Далее вернула первую, вторую, третью. Значит, третья, вторая, первая. Вот, я их вернула все 6 на левую спицу, но уже они у меня с перебросом. Далее вяжу 1 2 3 4 5 6. Такой способ, он годится, если коса из 4, максимально из 6 петель. Если петель больше, то лучше воспользоваться вспомогательной спицей. Да, если, допустим, из 4, из 6, то это нормально, это удобно. Вы не тратите время на вспомогательную спицу. Вы сразу вот так вот перебросили. 1 2 3. И вяжите косу. Вот, и так как у меня, вот смотрите, 12 кос, вот здесь вот число, то у меня получается, что у меня 6 жгутов и 6 свободных полос. У вас может быть, если у вас там нечетное число, вы можете начать жгутом, закончить жгутом. Это не страшно, это нормально, да? Это все нормально. То есть у вас будет свое количество. Значит, давайте я вам покажу. Вот они. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 жгутов и 6 вот этих вот полос. Далее я вяжу ровно 5 рядов по узору.
Это 3 изнаночных и 2 лицевых. Точно так же, как лежат петли, там, где жгут, понятное дело, что это изнаночные петли в изнаночном ряду. И потом это будет у нас 7, 8, 9, 10, 11, 12. И в 13 ряду вообще раппорт состоит из 12 петель, ой, рядов. Но так как мы первый, второй у нас, они вспомогательные, не считаем в раппорт, то у нас их 12, но только по рядам оно получается, что с 3 по 14 ряд всего 12 рядов. Так, сейчас я вяжу 5 рядов, и мы встречаемся. Итак, провязала я 5 рядов, теперь у нас коса. Мы снова делаем то же самое, но в шахматном порядке. Для этого вяжем изнаночная, кромочная, изнаночная. Вот смотрите, та коса, которая была. Здесь даже схему не нужно смотреть. Здесь просто визуально. Смотрите, там, где была коса. Я, наверное, уберу вот этот образец, чтобы вам было виднее. Мы просто провязываем, где была коса. А там, где не было, вот смотрите, мы делаем косу. Вот еще, кстати, один вариант. Вот я их держу. Это если у вас влезает спица. Если не влезает, то тогда снимаете. Если влезает, то так продеваете. Так, далее вот одну косу мы провязываем. Идем далее. Здесь смотрим, у нас была коса, поэтому мы провязываем. Таким образом мы продвигаемся далее. Вяжем уже по узору. Я думаю, схема не нужна. Тут сам как бы принцип. Один раз в 6 рядов, через каждые 6 рядов мы делаем, ну, по большому счету, через каждые 5. Вот, но в 6 ряду, да, мы делаем вот эти косы, но в шахматном порядке. Сейчас я вам покажу, как удобно считать вот эти ряды. Да, так как вот этот вот ряд, где мы делаем переброс, мы считаем отправной точкой, то есть первым рядом из этих 6. То как определить, что уже 6 связано, да? Я вот определяю вот таким вот образом. Видите, там, где коса. Здесь я продеваю палец вот сюда. И начинаю отсчет с вот этой первой нити. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов, да? То есть видно вот так вот. От дырки, от переброса 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так вот удобно считать, если без счетчика рядов, да, таким вот образом я считаю всегда. Вот, и перепроверяю всегда, вот именно так. Далее вы вяжете ровно, да, вот делая эти косы. Сколько вязать, сейчас скажу. Визуально я вижу до скоса плеча где-то 50 сантиметров. Это не точная цифра. Я сейчас буду вязать, прикидывать, по себе прикладывать. Вот, ну вот, смотрите, где-то потом у нас около 7 сантиметров, 7-10 сантиметров где-то будет на скос плеча. Хотя вот по большому счету там в оригинале я бы не сказала, что такой большой скос. Наверное, все-таки 5-7 сантиметров. Вот. И от общей длины, которую вы хотите, отнимите 7 сантиметров. Это то число, которое вам нужно будет провязать ровно до скоса плеча. Я еще, конечно же, обдумаю этот как бы скос, вот как его, насколько его сильный делать. Просто вопрос в чем? В том, что если скос большой, джемпер сядет лучше. И чем меньше скос, тем хуже посадка. Вот так вот я скажу. Поэтому я еще, конечно же, буду думать. Я еще буду этот момент как бы укладывать в своей голове
и решать, как лучше и как нам это сделать. А еще у меня идея, пока вижу, вам скажу. Если все у нас будет хорошо с этим совместником, следующий сделать тоже совместник таким вот образом, по такому же принципу, сделать этот кардиган опера, который таким же узором, ну, в виде кардигана. Вот, тоже он был у меня в обзоре. Сейчас я вам фотку кину. Вот, так что вы мне напишите свое мнение, как вы смотрите на это. Я еще повешу опрос в Инстаграм. Кстати, подписываемся в Инстаграме. Вот. Ну, и я думаю, сегодня уже можно прощаться. Видите, вот они в шахматном порядке. Вяжем до той длины, которую вы себе намерили. Минус 7 сантиметров на данный момент. Вот. Ну, лучше минус 10, лучше потом, девчонки, пару рядов довязать, чем распускать, я так считаю. Поэтому сделайте, вот измерьте себе, какую длину вы на ваш рост. Видите, да, от верхней точки плеча. Измерите минус 10 сантиметров и остановитесь до следующего видео. Первое видео, все предыдущие видео у нас будут, у меня будут в плейлисте «Совместники». Все будет там. Видео, ссылку на этот плейлист я оставлю под видео в описании и в первом комментарии. Итак, мы с вами посчитали, сколько нам нужно набирать петель. Я перейду в другую, как бы, на другой листочек. И сейчас мы будем делать скос плеча. Сейчас я все скажу, сколько я провязала. Будем делать скос плеча и маленькую. Я думала, все думала делать эту горловинку, не делать. Но все-таки мы маленькую сделаем. Итак, у меня 87 петель. 87 петель изначально вот здесь. Вот сейчас, на данный этап, я провязала, на данном моменте, вот здесь вместе с резинкой я провязала 52 сантиметра. В общем, у меня связано 60 рядов. Вот, это основного узора плюс 10 резинки, да? 10 резинка и 60 рядов основной узор. Это так, для ориентировки вам. И 52 сантиметра всего. Как я и говорила, около 50 сантиметров. Ну, вот 52 у меня. Значит, что мы делаем? Мы сейчас будем делать скосы плеча и вывяжем горловинку малюсенькую. Для этого, для начала, я определю середину. Вот сколько у меня петель на горловину. Раз, два, три, четыре, пять. Вот средняя. Две косы, это средина, и зайду я на половину косы боковушки. Значит, что это значит? Вот, смотрите, это вы определяете. Вот у меня центр, да, и вот центр, одна вторая коса уходит на горловину, и половина вот этой вот. Сейчас я измерю в сантиметрах, 19 сантиметров. Вот в сантиметрах, а в петлях это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ух ты, как так получилось? Должно же быть нечетное. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21 петля. Вот, это я по ширине 19 сантиметров, 21 петля. Ну, это, видите, здесь жгутик, возможно, там плюс-минус это. Ну, в общем, 19 сантиметров приблизительно, да? Я сейчас просто считаю, сколько у меня уходит на плечи. Значит, 87 минус 21 равно 66 петель. И разделить на 2, это мы по бокам. Это 33. Значит, здесь у меня 33 петли, и здесь 33 петли. И 21 я сделаю из нее горловину. То есть вот эти 33 петли. Сейчас мы будем делать скос по 3 петли.
Здесь, смотри, сейчас я все буду показывать для новичков. Так. Теперь нам нужно на вот эти вот, значит, глубина нашей горловины будет 6 рядов. Это для всех. Так. 6 рядов. Для плеча вот здесь вот мы оставим 10 петель. Это будет ровно 10 петель. Значит, сейчас считаем, сколько раз у нас будут сокращения. 33 минус 10 это 23 петли. Так, 23 у нас на 3 не делится, поэтому мы сюда оставляем 24, а здесь у меня будет 9. То есть подгоняйте, чтобы на 3 делилось 9, здесь будет 9, а здесь будет 24. Значит, это общее 33, а вот сокращение 24 петли, которые мы делим на 3. Это 8 раз мы будем сокращать по 3 петли. То есть мы разделили то количество петель, которое у нас уходит на скос. 9 это ровная часть. Вот 24 петли. И его мы оно должно быть кратно 3. Разделили на 3, получилось 8. 8 раз. Значит, у нас будет 8 лицевых рядов. То есть 8 пар рядов. Всего 16 рядов. То есть в лицевом ряду мы будем сокращать здесь, в изнаночном мы будем сокращать здесь. То есть 8 пар, 8 раз мы закроем здесь, 8 раз мы закроем здесь, 16 рядов. На горловину у нас уйдет 6 рядов, минус 6 рядов, равно 10. То есть 10 рядов мы вяжем до горловины, вот отсюда, от начала скоса до начала горловины, нам нужно провязать 10 рядов. Вот, при этом сокращая вот эти вот петли. Так, итак, начнем. Вы сейчас все поймете. Значит, вяжем первый ряд до конца. Всего мы вяжем 10 рядов. Вернее, подождите, мы закрываем 3 петли в начале ряда. Так, раз, два. И 3. Так, далее вяжем до конца ряда ровно. Так, довязала ряд до конца, поворачиваю на изнаночный и здесь тоже закрываю 3 петли. 1, 2 и 3. Вяжу ряд до конца. Так, вот, смотрите, довязываем изнаночный ряд до конца, не довязав одну петлю. Перебрасываем нить сюда, вперед, поворачиваем. Теперь смотрите, это мы делаем для плавного скоса. Возвращаем эту непровязанную петлю на левую спицу и через нее протягиваем следующую. Таким образом мы сократили 1, 2 и 3. Вот. И у нас получится вот такой вот скос плавненький, без ступеньки. Вяжем снова до конца ряда. Таким образом мы сокращаем 5 раз с обеих сторон. Сейчас еще в конце покажу, как. То есть без вот этой кромочной петли мы провязываем только первый и второй ряд. Потом каждую последнюю петлю мы не провязываем, поворачиваемся и вот таким образом одеваем. Если вам трудно это как бы переварить, да, закрывайте просто по 3 петли и не напрягайтесь, если вы совсем-совсем новичок.
Так, смотрите, довязываю до конца, снова не довязывая одну петлю, поворачиваюсь и через нее продеваю вторую петлю. Это я сократила. 1, 2 и 3. И вот таким образом, девчонки, мы вяжем, сокращая в начале каждого ряда по 3 петли, 10 рядов, то есть с каждой стороны вот одно сокращение, второе сокращение, и еще 3 должно быть, по 5 сокращений с каждой стороны. Итак, я сделала по 10 сокращений с каждой стороны. Ой, блин, по 5, всего 10. То есть у меня вот, смотрите, с этой стороны вот уже образовывается скос. И с этой. Считаем. 1, тут видно, 2, 3 петли, 3, 4, 5 раз. Так, теперь нам нужно делать вырез горловины. Переходим, рисуем по-новому. То есть здесь у нас скос, сейчас мы вот в этой линии, да, и здесь у нас осталось 57 петель. У меня, у вас, смотрите, 87, у меня 20 сокращений, фу, блин, 10 сокращений здесь и здесь, каждый раз по 3 петли, это 30 петель, 87 минус 30, 57 петель. Из них смотрим сюда. На горловину у меня уйдет минус 21, то есть вот здесь вот горловина будет у нас. Ой, я чуть неправильно нарисовала, но ничего, вы поняли. Горловина у нас минус 21, это значит здесь 6, здесь 36 петель у нас еще вот здесь вот. Разделить на 2, это 18, здесь 18 и здесь 18. Понятно, здесь 21. Значит, здесь мы продолжаем делать сокращение. Здесь у нас из этих 21 мы будем делать здесь вот 2 раза по 2 петли, здесь и здесь. Это для всех размеров, то есть 8 петель, 21 минус 8. Сейчас вы поймете, что это за 2 и 2. Минус 8, 14, 13. Да? 13 петель у нас по центру будут закрыты. То есть вы свою цифру, которая здесь, отнимаете 8, и это ваши центральные петли. Так, что это значит? Давайте будем теперь вязать. Вот сейчас у нас 18 петель до горловины. Если кому будет непонятно, девчонки, спрашивайте, буду объяснять еще раз. Теперь смотрим по нашему списку. 18 петель. Сейчас, вот смотрите, я эту петлю не провязала в предыдущем ряду, как и было. Сейчас мы считаем. 1, 2, 3, это из этих 18. Теперь 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ой, подождите, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Итак, то есть в реале здесь 15, внутри здесь мы считаем, пока на данном этапе мы их считаем. Это только в этом ряду, потому что, чтобы не запутаться. Теперь 2 и 2, 4 провязываем. 1, 2, 3, 4. Так, теперь закрываем 13 среднее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Есть.
Так, вот, средина горловины. Что еще хотела, забыла сказать. Вот здесь вот уже надо было вязать косу, но я здесь не вяжу, чтобы плечо не деформировалось. Там и в оригинале тоже. Значит, что у нас здесь? 4 петли. 1, 2, 3, 4. И 18. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 я не провязываю. Так, что получается? Мы разделили на правое плечо и левое плечо. Здесь 15, а здесь 18, потому что здесь мы 3 уже закрыли, а здесь мы 3 будем вот сейчас вот закрывать в изнаночном ряду. 1, 2 и 3. Так, вяжем ряд до конца. Так. Заказала я себе, девчонки, моталку на пряжу, потому что у меня сейчас очень много благодаря вам бобинной пряжи, и теряется время, видите, сейчас вяжу 6 сложений, теряется время на вот эти вот все клубки. Заказала моталку, если что, сделаю потом обзор. Значит, последнюю опять мы не довязываем, поворачиваемся, и здесь мы закрываем вот эти вот 2 петли, вот они. Нет, это мы с этой стороны. Ну да, какая разница? Таким, точно таким же способом. То есть эту мы не провязали, вернули, через нее протянули и еще провязали 2 вместе. Вяжем ряд до конца. Снова не довязываю. Так, еще делаю 3. 1. Ну, то есть со стороны плеча мы все так же продолжаем сокращать по 3 петли, а со стороны горловины по 2. Вот он наш скос плеча. Здесь второй раз, вторая двоечка у нас. Хоп. 1, 2. Вяжем до конца ряда. И изнаночный ряд. Еще последних 3, это 10 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А не, 8, у нас же 8 раз там, господи. 1, 2, 3, 8 раз всего, 10 рядов, я не так посчитала. Так, 3. И остается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все так, как у нас, как мы и рассчитали. Вот остаются 9 петель. Так. Отлично. Я довязываю ряд до конца и в следующем ряду закрываю все петли. Так, закрываем. Есть. Все, одно плечо у нас готово. Смотрите, вот он наш скос, вот она наша горловинка такая аккуратненькая, красивенькая.
Вот. Заканчиваем. Теперь вяжем эту сторону. Здесь мы как бы закончили на лицевом ряду, поэтому поворачиваем мы это все дело. Привязываем рабочую нить. Вот здесь вот. Я делаю вот так вот, чтобы узла не было. Я сюда ее провязываю. А потом ее просто продеваю. Вот она, ниточка, и узла у меня нет. Так, вяжу изнаночный ряд. Подождите, я же здесь должна закрыть. Вот уже ж. Я забыла, девчонки, значит. Продеваю я нить. Привязываю. Так, здесь, девчонки, вот я привязала. Мы просто закрываем две петли, потому что здесь одеть не совсем получится. Так, сократили две петли. Вяжем ряд до конца. Так, а здесь все так же, ничего не меняется. Раз, два, три. Это у нас седьмое сокращение. Так, здесь уже у нас получится. Одну петлю я не довязала, а делаю ее на вторую. Раз и два. Все, здесь у нас уже все сокращения. Два, да? Раз, два, по две петли. А здесь еще одну у нас осталось, которую мы сейчас сделаем. И на этом будет все. На этом, ой, провязала. Видите, что делаю? Надо распустить. Так, распустила. Раз, два, три. Есть. Так, и теперь оставшиеся 9 петель я закрываю, девчонки. Есть. Все. Спинка готова. Сейчас я вам покажу. Вот так вот это выглядит. Вот один скос плеча. Горловинка у нас вывязана. И второй скос плеча. Что мы делаем далее? Сейчас вы до следующей нашей встречи делаете абсолютно то же самое. Набираете петли, вяжете резинку, все как вы делали спинку, и вяжете ровно до того места, до начала скоса плеча, на котором мы сегодня встретились. По передней детали горловинка будет глубже, поэтому это будет переднюю деталь в эту точку, где начнутся скосы. И теперь мы будем, давайте я вот так вот оторву, чтобы вам было видно, откуда мы что берем. Нам нужно теперь вот наша деталь. Мы сейчас в этих точках. Вот. У меня это 87 петель. Это вниз, это 52 сантиметра всего. Ну, с резинкой, и 60 рядов основного узора. То есть все точно я продублировала, как здесь.
Далее у нас горловина, если у нас в задней, у нас тот же скос плеча, то есть мы дублируем скос плеча. Это значит, я полностью переношу все данные. Здесь у нас 9 петель, вот не видно, 9 ровных петель, и здесь 9 ровных петель. Здесь у меня 8 раз по 3 петли скос. 8 раз по 3 петли. Здесь мы уже ничего не считаем, мы все переносим со спинки, полностью дублируем. 8 раз по 3 петли я сокращала в начале ряда. Далее. Всего у нас здесь 16 рядов. 16 рядов. 10 у нас было до горловины. А всего 16 и здесь было 8 сантиметров, да? Все здесь у нас продублировано, все точно так же, 16 рядов, 8 сантиметров, это здесь у нас. Но что, еще у нас вот это расстояние остается, 21 петля, всего 21 петля уходит на горловину, но у нас меняется глубина горловины, то есть мы вот таким вот образом делаем горловину. На горловину у нас уходит вот это вот число. Ну, у вас, возможно, там плюс-минус 2 петли. Если не хотите заморачиваться, возьмите мои цифры. Далее здесь количество, да, у нас было. Здесь мы, подождите, это у меня здесь написано. Там 2 раза по 2 петли. И вот, и по центру 13 петель. Здесь нам нужно поступить немного по-другому. Значит, здесь нужно по центру меньше петель, а здесь классический, как бы классическая формула для выреза, круглого выреза. То есть здесь мы сделаем плавное округление таким вот образом. 3, 2, 1. Сейчас я все буду показывать. Вы просто переснимаете вот это 3, 2, 1. 3, 2, 1. То есть всего 6 петель. 6 и 6, 6 здесь, 6 здесь, это 12 петель. И нам нужно эти 12 отнять от 21. И получается, что у нас по центру 9 петель мы закрываем. Так, и мы делаем, начинаем вот это все делать прямо сразу же, когда начинаем делать скосы плеча. То есть сейчас мы не вяжем как бы до горловины, мы сейчас сразу же в 61 ряду это все и делаем. Что нам нужно еще посчитать? У нас всего общее количество петель 87 минус 9 центральных, это равно 78, правильно я говорю? Да, 78, и делим на 2. Мы определяем, сколько у нас до закрытия петель. Делим на 2, это 6, 39 петель. То есть здесь у нас 39 петель, и вот здесь с этой точки до этой 39 петель, и с этой точки до этой 39 петель. Вяжем. Теперь берем вот эту нашу схемку. Все, мы уже нарисовали нашу горловину. Я же говорю, либо подставьте свои цифры, либо пользуйтесь моими. Если у вас плюс-минус плотность попала, я думаю, вот этот принцип, он будет всем как бы универсальный. Но в любом случае, если что, напишите, если у вас уж сильно отличается размер и плотность, то вы можете мне написать, понятное дело, я вам посоветую. Итак, мы здесь начинаем делать сокращения по 3 петли, как на спинке. 1, 2, 3. Мы их считаем. Так, 3 закрыли, 4, всего 39. Считаем 4 здесь, да, 3 закрыты, и 1, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Двадцать девять, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Вот смотрите, 38, 39. Здесь уже нужно было делать переброс, но там, где закрытие, там, где у вас попадает сокращение плеча. Никаких кос мы не делаем, чтобы избежать деформации изделия. Здесь мы вот 39 петель, да, и закрываю я средние 9. Раз, два, три, 5, 6, 7, 8, 9. Так, центр горловины, и здесь 39 петель вяжем до конца ряда. Здесь можете перепроверить, но я думаю, не обязательно. Тут сам узор, вот 2 петли осталось с косы и 2 здесь с косы. Тут все, даже и считать не нужно. Просто вяжем до конца ряда. Сейчас я сделала то, что делать было не надо, потому что у меня будет сокращение в изнаночном ряду. Нет, я все-таки распущу эту косу. Это то, о чем я говорила, и сама это сделала. Видите, я сделала косу там, где буду делать сокращение. Сейчас в изнаночном ряду я буду делать плечевое сокращение, и вот эта коса, она бы мне деформировала полотно, поэтому я ее просто не делаю. Видите, по узору мне нужно сделать сейчас косу, но я ее не делаю. Это тот момент, за которым нужно следить. Так, довязала до конца ряда, теперь поворачиваюсь, 3 петли закрываю. Раз, два, три. Далее вяжу до конца ряда. Так, вот теперь вот смотрите, довязала я до конца ряда, и здесь начинаю делать вот эти вот плавные переходы. Последнюю петлю я оставила не провязанной. Здесь нам нужно сократить 3 петли для горловины переда. Я эту петлю продеваю через следующую. Это сократила одну.
два, три. Есть. Вяжу до конца ряда. В конце ряда мы снова оставляем одну петлю, потому что здесь у нас идет скос плеча. Вот 8 раз по 3 петли в каждом изнаночном ряду. Так, 3 петли сокращаем. 1, 2, 3. Со стороны плеча у нас все время по 3. Меняется количество сокращений только со стороны горловины. Вяжем ряд до конца. Так, снова последнюю не довязываю, поворачиваюсь. Теперь у нас две петли, ну, без разницы. Я возвращаю, одеваю ее на вторую петлю. Одна петля сокращена. Раз и два. Все, вяжем до конца ряда. Здесь опять же не довязываем, поворачиваемся. Здесь у нас линия плеча в изнаночном ряду все время по 3. 1, 2, 3. Вяжем ряд до конца. Так, здесь у нас осталось последнее сокращение, одна петля. Сейчас мы его и сделаем. Вот мы не довязываем одну петлю и просто ее одеваем на вот эту вот вторую, тем самым у нас получилось сокращение. Все. Теперь со стороны горловины 3, 2, 1 мы сделали. Вот он 3, 2. И один последний. Здесь мы больше ничего сокращать не будем. Мы будем вязать ровно. Мы будем сокращать только плечевые, потому что их нам нужно сделать 8 раз. 8 сокращений. Делаю, поворачиваюсь, делаю сокращение. Три. Это уже, по-моему, четвертый. Раз, два, три. Да, четвертое. Еще 4 нам нужно сделать. Вот здесь вот мы просто провязываем кромочную, потому что здесь уже мы ничего не сокращаем. Лицевой ряд вяжем до конца, и в конце лицевого ряда делаем сокращение. Ой, в конце. Вы слышите? Вяжем ряд до конца и в начале изнаночного. Вот снова делаем 3 сокращения. Раз, два, три. Есть.
Вяжем изнаночный ряд до конца. Здесь, видите, здесь ровно у нас после последнего сокращения здесь идет ровная часть. Лицевой ряд без изменений до конца. Последнюю оставляем, делаем 3 сокращения, 3 петли, 1, 2, 3, вяжем ряд до конца. Лицевой без изменений. Изнаночный снова 3 петли сокращаем. Ай! Так. 1, 2, 3. И вот последний в следующем изнаночном ряду у нас будет последнее сокращение. И останется у нас 9 петель. Все точно так же. Мы продублировали спинку и переднюю деталь. Вот все сокращения, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас я сделаю последнее, 8-е. Раз, два, три. Все. И 9 петель у нас осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, которые мы закрываем. Далее мы вяжем правую, как бы, половинку. Не, ну, в реале вот это у нас правая. А если приложить к себе, а если положить от себя на стул, то она правая. Так, и ее мы вяжем в зеркальном отображении, точно так же, как мы вязали вот эту вот, с единственной лишь разницей. Сейчас я все объясню. Есть. Вот, поворачиваемся на изнаночную сторону, привязываем рабочую нить. Вот здесь вот со стороны горловины привязываем рабочую нить. И сейчас мы вяжем изнаночный ряд. Сначала мы, вот мы вяжем вот эту вот часть. Сначала мы закрываем 3 петли, вяжем до конца ряда. В начале лицевого ряда мы делаем 3 скос плеча, то есть по 3 петли. Смотрите,
То есть разница в чем? В том, что на предыдущей полочке мы сокращение для горловины делали в лицевом ряду, сокращение плеча мы делали в изнаночном ряду. Здесь же наоборот. Вот, пожалуйста, горловину мы делаем в изнаночном ряду, вяжем ряд до конца. А сокращение по плечу мы делаем в лицевом ряду. Вот и все. Далее все дублируем, все сокращения. Здесь 3, 2, 1 и ровно. Здесь 8 раз по 3 петли. Вот теперь вот провяжите вот эту вот часть самостоятельно. И мы с вами встретимся. То есть я сейчас довяжу до конца ряда. Вот здесь вот, где плечо, уже оставляем одну петлю, поворачиваемся и в лицевом ряду делаем 3 сокращения, 3 петли сокращаем, 1, 2, 3 и вяжем ряд до конца. Вот получается, смотрите, петли плеча мы сокращаем в лицевом ряду, а петли горловины в изнаночном вяжем самостоятельно. Итак, мои хорошие, я сшила плечевые швы, разутюжила уже их, и вот так вот это выглядит. Видите, какой скос у нас большой? Это для лучшей посадки. Теперь, что нам нужно? Нам нужно вычислить, сколько, какой ширины у нас будет рукав. Так как рукав у нас, судя по модели, сейчас буду рисовать, чтобы вы просто понимали, о чем я говорю. Сейчас у меня сшито как бы. Здесь просто не видно скоса. Ну, вот так вот. Задняя деталь и передняя деталь. И мы будем вот в этих местах набирать петли и вязать рукав вот в этом направлении. Что очень удобно для корректировки длины этого рукава. Да? Рукав у нас без никаких убавлений и добавлений, без ничего. Он ровненький, не широкий, но свободный. И вот я вот таким вот образом складываю пополам спинку, переднюю деталь, все что угодно. Возьмите вот и сложите пополам вот так, чтобы половина была именно на вот этой вот изнаночной петли. И после сантиметра вы определяйте ширину рукава. Вот смотрите, у меня с двойки начинается. Я вот примерно вот так вот. Вот. Я бы сказала, что вот у меня это, видите, где-то 19-20 сантиметров. 3 косы. Вот я эти 3 косы оставлю. То есть это в сгибе 3 косы. А так их 6. То есть я вот так вот эта вот ширина мне очень нравится. Если вот так я возьму на руку, все, она свободна, как в оригинале, видите? И вот такой вот ровненький рукав будет. Если хотите заузить, это тоже не проблема. Вы просто можете делать сокращения. Кого будут интересовать сокращения, кто не знает, пожалуйста, пишите в комментариях. Я в следующем видео объясню. Сейчас мы рассматриваем ровный рукав. Значит, 6 кос у меня на рукав. Я сейчас считаю количество петель. 6 у 7 42, плюс, помним, да, 1 для симметрии и плюс 2 петли кромочные, то есть всего 45 петель для рукава. В моем случае 45 петель. При этом вот 45, из них 22 это на одну, ну вот здесь будет 22, здесь будет 22, и здесь будет одна петля по центру. Вот так мы и поступим. Вытягивать петли я буду при помощи крючка, это удобнее, и одевать на спицу. Так, поехали. Значит, что касается петель, у нас будет одна петля, вот будет чередоваться
из одной кромочной 1, из следующей кромочной 2 петли. То есть из двух кромочных у нас получится 3 петли. Нам надо посчитать, сколько нам нужно отсчитать кромочных, чтобы влезло 22. 22 мы поделим на 3, потому что из двух кромочных 3 петли. Это будет 7 минус 21, и одна у нас дополнительная. 7 умножаем на 2, потому что эти 3 петли у нас из 2, это 14. То есть, что это значит, девчонки? Мы отсчитываем 14 вот кромочных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вот она одна, смотрите, сюда вот мы подхватываем 15-ю петлю, и отсюда мы будем вытаскивать нашу первую, потому что она у нас вот одна осталась. Я вот привязываю и вытаскиваю одну петлю. Может, мне потолще крючок, наверное, будет удобнее. Давайте потом переснимать. Так, первая. Далее вытаскиваем следующие петли 2. Это значит, что за переднюю стенку мы вытаскиваем одну, и за обе стеночки мы вытаскиваем вторую. Далее следующие 1. Далее следующие. Ой. Там, где одна, за обе стеночки берем. Далее 2 за переднюю, за обе. Далее 1, следующие 2 за переднюю, за обе. 1 за переднюю, за обе. 1 за переднюю, за обе. Одна за переднюю, за обе. Одна за переднюю, за обе. И одна. Вот здесь вот у нас должно быть 22 петли теперь по итогу. Считаем. Я их теперь переснимаю на спицу. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Шикарно! Мы там, где мы должны были быть. Теперь одну петлю мы вытаскиваем вот в центре, да, именно там, где шов. Здесь плохо влезает крючок. Потоньше надо. Так, вот она. И далее поехали в зеркальном отображении. Здесь начинаем. 1, 2. Вот сейчас я вот уже спицами. 3. Я буду считать общее количество петель. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, это 14 кромочных, и из 15 22. Вот и все, мы набрали 22 петли. И далее мы
Вяжем точно так же, но вот узор я начинаю, смотрите, как это у нас изнаночный, да, ряд, видно, что мы петли набирали по лицевому ряду, а вязать начинаем по изнаночному. Значит, нам нужно распределить эти петли на изнаночном ряду. Это значит кромочная, лицевая, 6 изнаночных. Это наша коса, которая будет на той стороне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Одна лицевая. 6 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Одна лицевая. 6 изнаночных. Раз, два, три, четыре, шесть. Лицевая. 6 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Лицевая, 6 изнаночных, 1, 3, 4, 5, 6. Лицевая, 6 изнаночных, 1, 2, 4, 5, 6. Лицевая и изнаночная. Вот. И теперь, начиная с третьего ряда, мы вяжем наш узор, да, и продолжаем вязать ровно, при том, что мы можем мерить на себя и вам, то есть вы меряете на себя и определяете длину рукава. Тут резиночка совсем маленькая, пару сантиметров, поэтому она большой погоды не делает. Итак, я провязала 3 раппорта, у меня получается, ну, сейчас я посчитаю в рядах. 30 сантиметров, так, плюс-минус. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 41 ряд у меня здесь. Ну, правильно, нечетный, потому что мы с изнаночного начинали. Ну, и получается 1, 2, 3 с половиной раппорта. 41 ряд и 29 сантиметров. Теперь что я делаю? У вас может быть плюс-минус, может быть короче, может быть длиннее. Все зависит от того, какой ширины, возможно, вы не оверсайз вяжете. Тоже очень важно, поэтому рукав у вас будет длиннее. Поэтому здесь на данном, девчонки, не обращайте внимания на ноготь. Спешу вам снять. Накрасила, потом гладила, ну, в общем, содрала, не досохла, я содрала. Ладно, значит, я сейчас перехожу на вот эти вот спицы, которые у меня 6 миллиметров, по-моему. Вот, и на резинку 1 плюс 1. 1 на 1. Боже, крыша едет. Вот, и вяжу резинкой. Сейчас скажу сколько, потому что у меня уже один рукав связан. Раз, два, три, 6 рядов. Вот она у меня резинка. Видите, я закрывала потом петли иглой, но я вам покажу спицами по узору, потому что иглой, ну, для таких уже опытных вязальщиц, а я так поняла, у меня много начинающих на этом совместнике, поэтому я вам покажу простой способ закрытия этой резинки. Он нам еще пригодится в горловине. У кого есть опыт, тот закрывает как может, как хочет, у кого опыт. Вот поэтому я и закрыла иглой, потому что у меня этот джемпер будет на продажу. Вот, и поэтому я хочу красиво, ну, так, более-менее профессионально. Вот, способы закрытия иглой в интернете полно. Даже у меня есть, но у меня такой, он корявенький, лучше поищите других, кто объясняет получше. Итак, я провязала 6 рядов резинки. Господи, не дает мне покоя этот ноготь. Раз, два, три.
Вот давай, я считаю. И теперь вот смотрите. Будем закрывать, я вам буду показывать. Смотрите, по узору у нас есть изнаночная, мы ее провязываем, возвращаем петли на спицу и провязываем 2 вместе изнаночной. Далее лицевая, обе петли возвращаем и провязываем лицевой. Изнаночная следующая, изнаночная, возвращаем, провязываем изнаночной. Лицевая, возвращаем, провязываем лицевой. Можно без провязывания, но тогда у вас шов будет не эластичный, поэтому вот так вот изнаночной, лицевой, лицевой. Так, и вот таким вот образом мы закрываем все петли. Вы закрываете, да? Значит, потом что делаем? Вот когда вы закрыли все петли, кто, я же говорю, еще раз повторюсь, кто умеет, закрывает тем способом, который для вас удобен. Далее складываем. Нам остается сшить рукав, ну, рукава и боковые швы. Я вот сейчас вам показываю. Я беру прям пластмассовую иглу. Вот она. Здесь я оставила нить для сшивания. После закрытия петель по длине я оставила нить. Вот. И этой нитью я буду сшивать. Вот. Смотрите. По рукаву и по боковушке. И останется нам только горловина. По кромочным я здесь вот так вот зашила, а далее по кромочным вот таким вот образом. И я сшиваю боковушки. Все, я продолжаю сшивать. Итак, девчонки, сшила я обе боковушки. Сейчас я выворачиваю, и нам осталась горловина. Так, для горловины я беру спицы 5 миллиметров, еще тут же. Это не обязательно, но вот, во-первых, у меня есть спицы покороче леска, чтобы удобнее. Вот. И набираем петли для горловины, по горловине. Начинаем от бокового шва. Кстати, спицы у меня от подписчицы. Спасибо большое. Смотрите, какие прикольные спицы. Вот. Спасибо всем моим подписчицам за подарки. Так. Вы даете мне возможность попробовать разные пряжи. Вот сейчас, кстати, и пряжа, и спицы у меня от подписчиц. Спасибо. Итак, таким вот образом я набираю петли. Здесь из кромочной 2. Да нет. Одна из кромочной. Здесь у нас 2 петли закрыты. Из них мы
вытягиваем 2 петли, здесь тоже вот 2 петли, то есть из каждой. Раз, два. Далее вот здесь вот тоже из каждой петли я буду доставать по одной петле. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13, и, наверное, вот так вот 14 достану. Это отсюда, из центральных петель. Далее снова по одной, тут 2 у меня. Раз, два, раз, два, кромочная, и отсюда, из центра. Так, то есть по спинке я набрала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Это 26 петель. Далее по передней детали. Так. Тут кромочные у нас. 1, 2, 3. Значит, здесь одну из кромочной, здесь 2 из кромочной, одну из кромочной, 2 из кромочной, потому что здесь ровное у нас вязание есть, одна из кромочной, и теперь уже будем здесь как сокращенные петли. Сейчас, значит, здесь у нас 6, 6, ой, вернее, 3, 3, 6, 7, и отсюда 1, далее тут 2 петли, 1, 2, здесь у меня 3 петли, 1, 2, 3, и далее у нас по центру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, здесь по одной, 10 вернее, да, здесь по одной, 1, 2, 3, потом у нас 2, вот они 2, 1, 2, 2 петли, далее 1 петля. И теперь нам отсюда надо добрать 7 петель, точно так же, как и с той стороны. Так, 1 из кромочной, 2 из кромочной, 3, всего 3, 4, 1, 5, 6, 7. Вот теперь я завязываю здесь узел, вот рабочая нить и та, которая мы набирали, ну, начало нить и здесь, которая. Так, потом продену эти все петли и всего считаю, сколько у меня по спинке получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Это 36. Там у нас по спинке 26. Отлично. Число петель должно быть кратным 2, чтобы у нас получилась резинка 1 на 1. Вот теперь мы по кругу вяжем резинку 1 на 1. И вот таким вот образом продолжаем вязать резинку, я думаю, рядов 6-7.
Итак, девчонки, провязала я, ой, сколько раз, 2, 3, 4, 8 рядов и закрыла иглой. В сантиметрах у меня горловина, ну, я там смотрела уже, все связали, ну, неважно. Я говорю для тех, кто не связал еще, значит, в сантиметрах это 4 сантиметра, да, возможно, 4,5, смотря с какой стороны мерить, 4,5 все-таки. Так, ну, и, соответственно, я не помню, говорила, не говорила, что боковушку я сшила. Вот, вот, и все, девчонки. Кстати, в группе, там в группе такую красоту девчонки показывают. Вот, я обязательно с их разрешением сделаю видео с их работами. Мне хочется, безумно хочется всем показать, какие вы умнички, какие вы молодцы. Вот, исходя из этого опыта, вернее, ну да, исходя, наверное, благодаря этому опыту я сделала телеграм-канал, где, вот мне понравилось формат общения, то, что вы между собой общаетесь, да, и я чувствую вас сильнее, как бы, ну, как больше вас понимаю, да, когда вот такое вот общение идет ваше, не тупое видео, ну, глухое, да, скажем так, потому что я комментарии вижу только, когда я добавила видео. Ветки я вообще не вижу, они теряются. А здесь я вижу общение, я могу пролистать ленту, почитать ваше общение между собой. Поэтому я приняла решение, что сделаю, вернее, я его уже сделала, телеграм-канал. Именно, ну, соответственно, там как-то такая система, мне пришлось изучать. Ну, в общем, учусь, учусь и учусь, и еще продолжаю учиться. Вот, но в любом случае это уже работает, это общение, это группа привязана к каналу телеграм, чтобы эти комментарии, вот такая интересная система, вообще не такая, как везде. Ну да ладно, важно, что я разобралась. На канал, ссылку на канал оставлю под видео в описании. Там мы уже выбираем тему следующего совместника. На рассмотрение представлены 4 модели. И явно лидирует кардиган, который вот такими вот косами по мотивам оперы. Вот модель как опера. Вот интересный. Ну, классный он, конечно же. Хотелось бы что-то другое, но... В первую очередь, я так предполагаю, что будет этот кардиган. Ну, в общем, голосуйте, девчонки. Каждый голос решающий. Потому что изначально выигрывал джемпер, потом все перевернулось как бы в сторону кардигана. И вот так вот на данный момент это кардиган выигрывает. Вот еще даю недельку закончить тем, кто еще не закончил, кто ждал пряжу. Вот, все видео останутся, девчонки. Ничего я и удалять с канала не буду. Все останется. Вот вопрос у меня с той группой. Не знаю, удалить ли ту группу, но я еще подумаю. Это будет не сейчас в любом случае. Так, все следующие совместники, я сказала, будут проходить уже на базе этого канала в Телеграм, который я создала. Так что добавляйтесь, присоединяйтесь, чтобы ничего не потерять. Вот, и общайтесь между собой. Я с удовольствием пообщаюсь вместе с вами. Вот, а на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.